Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок». Это у нас Ростов-на-Дону. Здесь у меня две монетки советские. У этого продавца я уже много раз брал. Не все распаковываю у него. У него только аукцион. И в основном биметалл и советская юбилейка. Но в последнее время много продает монет иностранных, серебро. Все, конечно, дорогие. Я таким не увлекаюсь. Поэтому всего две. В принципе, из того, что он представляет, у меня уже большинство есть. Упаковывают вот так. Мне больше всего нравится, как упаковывает именно этот продавец. Все монетки лежат отдельно. И просто скотчем замотаны. Монеты должны быть в запайке в родной. Это у нас Армения. Землетрясение. 89-й год. Должно быть состояние. Ну, здесь вот небольшое. Но, наверное, надо будет почистить. И также Олимпиада. Запайка треснула. Так и написано было. Олимпиада 80 улучшенного качества. До пруфа мне еще далеко. Пруф очень дорогой, но все равно чистить. А это улучшенное качество. Пруф лайк. Ценой 120 рублей не обошлась на торгах. Но тоже почистить надо будет. Пока пруф не собираюсь, вот я две монеты купил. В принципе, неплохо. Но это в коллекцию. Остались мне только новоделы собрать и немного староделов. Так, продавец хороший. Отправка у него 65 рублей. Так что ссылочку оставлю на продавца. Заходите, покупайте. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.